капитан сборной команды Северо-Кавказского федерального университета Наумов Александр. Саш, прокомментируй, пожалуйста, исход встречи. Исход встречи простой. Полностью провалили игру. Если после первого тайма хоть как-то вышли, начали бороться еще, когда пропустили второй мяч, просто как-то все остановились. И игра уже не пошла. Ну и вот исход встречи вот на табло 7-0 проиграли. Вы считаете, что основная как бы ошибка это моральная? Да не то, чтобы морально, немного физически не хватает, наверное, не готовы. По составу все равно тоже есть некоторые проблемы. А так, и физически, и морально, просто устали, сели. Завтра у нас игра тоже со сложным соперником. Как будем готовиться? Да, будем настраиваться только на победу. В игре будет видно уже. Все, спасибо большое.